Факундо Арана и Хианелла Нейра. В телесериале «Яго. Темная страсть». Автор сценария Рикардо Родригес. В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглиоранса, Рауль Лавье и другие. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. Режиссер Федерико Палаццо. Все же присядем. Хорошо. Давайте все еще раз обговорим. Вы точно можете уехать отсюда так просто? Я старалась ее переубедить, но сеньора сказала, что доктор ей позволил. Так оно и есть. Мне не нужна специальная медицинская помощь. Нет, конечно, нет. Вы в прекрасной форме. Я просто подумала, что, возможно, не стоит так торопиться. Хотите, я поговорю с врачом? Я наизусть помню, когда и какие лекарства я принимаю. Мне кажется, что все забыли о том, что я живу здесь уже 25 лет. Мне надоело. Я нуждаюсь в отпуске. Мне пора выбираться навстречу миру. Я считаю, что это чудесно. Нет, правда, чудесно. Но мне кажется, что все это можно было бы сделать более организованно. Постой, постой. Все это? Что ты имеешь в виду? Думаю, было бы неплохо посоветоваться с Альдо. Мне нечем с ним советоваться. А он советовался со мной, когда решил похоронить меня заживо в этом роскошном доме престарелых. Хорошо, хорошо. Но это все же похоже на каприз. Возможно. Но это каприз упрямой старухи. И поэтому я не передумаю, Мерседес. Или ты меня проводишь, или я уеду сама. Нет, нет, как это вы уедете сама? Я справлюсь. Я уже вызвала такси. Я приняла решение. Очередь за тобой. Ты со мной? Да? Или нет? Элена, ради бога, в чем дело? Это Алехандра, мамина подруга. А это мой папа. Я могу войти? Конечно, неправда. Неужели я могу обмануть Тома? Я слышала, как ты говорила по телефону. Простите, извини, Морена говорит правду? Ответь ему, Мелина. Ответь на вопрос. Конечно, нет. Просто в данном случае Том, естественно, поверит тебе. Случилось самое неприятное. В дела вмешалась жена инвестора. Разумеется, ты придумала очень убедительную историю. Я могу тебе дать совет, Том. Мне кажется, что Морена очень беспокоится из-за свадьбы. Тебе лучше побыть с ней. Извини.
Извини, я спешу. Назад. Врача. Яго. Что с тобой? Яго. Кто? Я ничего не видел. Яго, что они с тобой сделали? Не дергайся. Отойди. Всем разойтись. Освободите пароход. Быстро. Разойтись. Яго. Все в камеры. Яго, его убили. Сынок, собери свои вещи. Хорошо. А мама поедет с нами? Разумеется. Хватит спрашивать. У тебя красивый дом. Елена наверняка представила тебе удручающую картину. Картину событий. Мне тяжело об этом говорить, но она совершенно не в себе. Она сбежала из лечебницы, поставив под угрозу как собственную жизнь, так и жизнь Матео. Ты об этом не знала? Она кажется нормальной. На самом деле, она опасна для окружающих. Она пыталась меня убить. Она стреляла в меня. Ты в курсе? Она дважды пыталась меня убить. Сначала ножом, потом из пистолета. Врачи решили поместить ее в больницу. Я прошу тебя помочь мне убедить ее вернуться обратно. Пожалуйста. Хорошо. Я за ней схожу. Невероятно. То, что ты сказала, правда? Томас, разумеется. Я сама слышала, как Мелина договаривалась об организации побега Яго. Ужасная женщина. Да. Я чуть не отдал ей деньги. Спасибо. Не за что. Но тут есть нечто более важное. Что? Ты не позволила Яго выйти на свободу. Ты хочешь, чтобы он отбыл свой срок? Томас, я думаю, что Яго невиновен. Ясно. А если он сбежит, как преступник, все только осложнится. Я этого не хочу. Ты понял? Да-да. Ты любишь Яго? Почему ты спрашиваешь? Думаю, этот вопрос не имеет смысла задавать. Посмотри, я поклялась выйти за тебя. А если бы не поклялась? Все равно вышла бы за меня. Я хочу это знать.
Здесь мы не можем сделать все необходимое. Если он останется, умрет. В течение 2 часов. Умрет? Чем я могу помочь? Вызовите скорую. Его надо везти в больницу. Ступайте. Быстрее, Карерас. Потерпи, потерпи. Ты так и не ответила на мой вопрос. Томас, я думаю, что мне не нужно.